игры, веселые конкурсы, поздравления и новогодний спектакль. В Химках провели благотворительную елку главы городского округа для детей из приемных семей и детей с особенностями здоровья. Я надеюсь, дети окунутся в волшебную сказку. Естественно, перед началом с ними будет интерактивная программа, где будет встречаться Дед Мороз и Снегурочка. Но по итогам дети, каждый ребенок получит сладкий подарок. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздниками и сыграли с ними в увлекательные игры. Каждый ребенок мог пройти под посохом и загадать свое желание. Я загадаю, чтобы на следующий год было весело. Отлично, а ты? А я загадаю на следующий год, чтобы исполнялись все наши мечты и было очень радостно и весело. Поздравил детей и глава городского округа Дмитрий Волошин. Я желаю вам всем, в первую очередь, крепкого-крепкого здоровья, что сегодня очень необходимо. Я желаю вам любви. Завершили елку новогодним спектаклем «Мумитролль и волшебная шляпа». 250 детей получили сладкие подарки. Ильдар Шевигулин, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.